На аэродроме в Левашово тактические учения истребительной авиации Западного военного округа. Летчики из Курской области прилетели на тренировку в Ленинградскую. В незнакомой местности им предстоит вести воздушный бой, учебный, конечно, и поражать наземные цели. Авиагруппа состоит из 6 истребителей МиГ-29. Погода не должна помешать, уверяют военные. Так ли это, знает мой коллега Юрий Баранюк. Он вышел на прямую связь со студией из Левашова. Юрий, здравствуйте. Что сейчас происходит на аэродроме? Здравствуйте, Николай. Аэродром Левашова поливает буквально тропическим ливнем, но теоретически для военных пилотов не бывает нелетной погоды. Поэтому учения начали согласно плану. Первым пунктом в графике подготовка боевой машины. На многоцелевые истребители МиГ-29 уже навесили вооружение. Эти самолеты оснастили ракетами с камерами. После выстрела пилот может видеть, куда летит снаряд и даже менять траекторию. В Левашово сегодня будут упражняться военные из Курской области. Главное условие учений. Тренировка будет происходить на совершенно незнакомой для них местности. Предусмотрены одиночные и парные вылеты. Ведение боя с помощью ракетного и пушечного вооружения. Вот так выглядит стрельба ракетой воздух-воздух. Эту дисциплину пилоты уже отработали в другом регионе. В Ленинградской области будут поражать наземные цели. Всего обучение пройдут 50 человек. Повторю, все это пилоты из Курской области, которые никогда не взлетали с аэродрома в Левашово. Сегодня они должны были стартовать в 10:30, но для них все-таки сделали незначительное послабление и перенесли первый вылет на 2 часа дня. Мы ждем, пока рассеется облачность. Сейчас облака слишком низко. Николай. Спасибо. Это был Юрий Баранюк с репортажем о летно-тактических учениях на аэродроме в Левашово.